Мероприятие провели дежурные караулы 5 пожарных частей и спасатели «Кубань-Спас». Задействовали 32 человека личного состава и 8 единиц спецтехники. Время реагирования по плану до 4 минут. Но с тушением условного пожара и спасением пострадавших специалисты справились за 3 минуты. В ходе проведения тренировки отработали виды боевого развертывания, действия по локализации и ликвидации условного пожара, способы спасения людей с применением новой пожарно-спасательной техники.